Сегодня я зашел в новенький для себя режим в Роблоксе и скрафтил самое крутое оружие. Я хотел бы посоветовать вам сайт rbx.camp. Это магазин продажи робоксов для вас и ваших друзей с низкими ценами. Остерегайтесь фейков, оригинальный сайт только rbx.camp. Также обязательно посетите группу ВК и сервер в Дискорде, чтобы участвовать в крутых розыгрышах. Все ссылки в закрепленном комментарии. Всем привет, с вами Димир, это канал Эдзбро, и сегодня я зашел в новенький для себя режим, он называется симулятор крафта оружия. Собственно, с спасибо подписчикам, которые скинули этот режим. Достаточно популярный и внешне выглядит вполне интересно. Единственное, прямо много разных элементов, и я боюсь как бы не запутаться кнопочек и иконок огромнейшее количество на интернете блин, ребята, будем с вами разбираться. Если вам нравится игрушка, обязательно лайк, подписка, колокольчик и комментарий под этим видосиком обязательно. А я зашел буквально несколько кликов сделал, тут небольшой туториал мне предлагают. А то есть я здесь, так понимаю, мне нужно мобов убивать, делать килы. Соответственно, чем больше килов я делаю, тем у нас сил, что ли, у меня увеличивается. Можно крафтить различные оружие получая какой-то бонус получая коины на эти коины я так понимаю покупаем с вами питомцев. У меня тут уже восклицательный знак. А Какое-то новое оружие у меня здесь на различные дома. 80 коинов стоит. И моя палочка будет носить уже по 4 дамага. Вот, соответственно, буду прокачиваться и буду делать себе оружие. А смотрите, за 300 я могу себе еще оружие купить. А дальше еще грибочки какие-то нужны. Но под грибами-то я точно смогу нормально так прокачаться. 10 штук нужно найти. А так, я нашел несколько кодиков. Давайте прямо сразу искать, куда эти кодики можно вводить. Так, у нас телепортики по мирам. Их очень много, между прочим. Есть бесплатные награды. Колесо фортун у нас есть. О, бесплатный фриспин. Это я люблю. Здесь есть возможность получить коины и питомцев, и бустики, и еще что-то. Там какое-то яйцо. А так питомцам надали. А какой-то спайс, а, спайс питомцам. Так, заходим, сразу первый пэт, который даст мне x10. Экипы лучшего питомца, вот такой вот красавчик. И, соответственно, я так понимаю, больше дамага буду носить. И быстрее все эти предметы буду, да, фармить по 77 урона с одного удара я прямо сейчас ношу. А здесь у нас есть мобы попроще, мобы посильнее. Так, ну-ка, за три удара. А, еще грибочки с них падают. А, во. Сейчас, ребят, мы с вами 10 грибочков должны получить. И я куплю уже тогда другой, точнее скрафчу, а получается уже следующий меч, 12, а 2500 мне не хватает, да, к сожалению, коинов пока что маловато. А так, туториал меня относит в, другую, в другое место, мне нужно купить первого питомца, давайте прямо сразу это сделаем, яйцо за 150 коинов, других яиц нет, кроме яйца за робоксом. ну ладно. Купаем здесь питомчика номер один. Я не посмотрел, сколько можно питомцев экипнуть. Я так подозреваю, как минимум трех. Поэтому давайте еще одно открытие я сделаю. Так, можно сделать питомца еще сильнее. Ой, что это такое мне тут дали? Или я купил еще? Так, собачка какая-то попалась. Сразу смотрим, что у нас по пэтам. Да, трех питомцев можно экипнуть. О, нифига себе, какого классного питомца нам дали. Лимитированного. Сразу их здесь 4000 всего лишь таких пэтов. Так, все, ладно, ребята, дальше нам предлагают а, посражаться с кем-то или прокачать свое оружие. Но ну, оружие я и так уже немножко прокачал, но единственное, мне нужно фармить 2500 коинов. А чем, собственно, сейчас я буду заниматься? О, а это что такое? А эпический ховерборд, который дает скорость, нифига себе. Но это, ребята, я так понимаю, уже за робоксом. А есть какой-то ивентик в этом режиме. Соответственно, вам нужно выполнить несколько заданий. А получить ивент яйцо и выбить отсюда питомцев классных. Плюс еще квестики тоже есть. Можно за робокса все это дело скипнуть. Или выполнить несложные задания. А ну что, давайте попробуем этого гоблина замочить. А почему как медленно я начинаю фармить? Вроде как побыстрее это было до этого. Так, ребят, мне нужен 2500. Сейчас мы этим с вами займемся. Здесь еще и босс. Есть следующая локация тысяч коинов. Так, когда... Да, блин, зачем ты меня сюда отправляешь? Зачем вот этот туториал? А мне нужно еще одного гоблина убить. Сейчас я это быстренько сделаю, надеюсь. А мне какую-то награду за это дадут? Или зачем? Так, а, 2500 и 10 грибочек. Сейчас, ребят, я это сделаю. Ну и все, нужное количество денег у меня есть. Погнали, скрафтим следующее оружие, 2500, и оно будет давать 65 дамага. Дальше уже 13500 и 60 грибочков нужно. Окей, здесь у нас... А, питомец у меня убрался. А, я и смотрю, какая-то фигня, у меня питомец почему-то выключился. А здесь у нас есть возможность лимитированных наград каких-то получить. Ну ладно, не буду это делать, в принципе, я и так неплохо прокачиваюсь. И плюс яйцо лимитированное за 19 робоксов, эксклюзивные можно купить. Блин, ну давайте купим, давайте, делаю, делаю. За 19 робоксов можно, а себе позволить, тем более, надеюсь, там статы будут хотя бы приличные ну открывается яйцо эксклюзивно и падает на эксклюзивный какой-то джокер. Так, самое главное, какие там статы. Ёпрос, это вот это подстава. О, кстати, я магазинчик им смотрел. Здесь есть эксклюзивные питомцы. И, кстати, есть возможность подарить эксклюзивные яйца. Во, это крутая тема. А, ну и плюс, можно меч эксклюзивный, куча геймпасиков. Ну, так нарядно, да, выглядит. Все вроде как симпатичный, графон прикольный. И по дизайну мне все нравится о, еще куча питомцев за робоксы блин, офигеть, вот по-моему в стритлифинг симулятор тоже таких питомцев нужно обязательно добавить ладно, ребят, смотрим, какие статуи питомца, x7 ну, такой себе, конечно не супер вариант, но все равно так, а босс грибочек, ну давайте попробуем, ребят, его вынести, получится или нет, ддх с помощью кликера по 383 урона я наношу и в целом без проблем этот грибочек буквально через секунд 20 я вынесу, сверху у него дамаг, токсика гига... короче, гигантский токсический гриб. Все, я его вынес и получил за это нифига себе. А тут пишется 194 тысячи, а вот здесь написано всего лишь 40. Это кому верить. И так получается, я вынес одного босса и смогу купить себе доступ к следующей локации. Нифига себе, но ну это очень быстро. Но я так понимаю, что это только в первых локациях, а так проканает. Так, ну я хочу купить. Все, ребята, я отправляюсь уже в следующую локу. Ага, в следующей локации мне еще одно лимитированное предложение. 800 тысяч коинов дадут и так далее. Так, этого я делать не буду. О, подарочки. Забираем первый подарочек в виде коинов. Так, и еще в сундуках вот этих последних есть шанс ОП питомца получить. Так, еще один сундучок с коином я получил, 8400, ну и собственно 36 тысяч, а следующая локация стоит 4 миллиона. Но ну, я думаю вы поняли, как в принципе прокачиваться в этом режиме, тут сложности на самом деле вообще никаких нет. А Прокачивайте свои мечи, прокачивайте грибочки, и, соответственно дамаг у вас будет офигенный и куча лимитированных а, всяких предложений. Если вам эта игрушка нравится, если вы хотите продолжение, ребята, тысячу лайков под этим видосиком набирайте. Сниму для вас еще один видосик, а постараюсь прокачаться. Ну и, конечно, ребята, не забывайте оставлять комментарии под этим роликом. Какое мнение у вас по этому режиму, напишите обязательно в комментариях. На этом все. Всем удачи. Пока-пока. So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me laughing I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.